Я у вас хотел спросить вот о том, о чем упомянула коллега по поводу того протеста, который выражало российское и американское посольство, связанному с заявлением, которое оказалось на сайте посольства США по поводу митингов 23 января. Оно было адресовано, насколько я понимаю, американским гражданам, которые в России живут, потому что они это обращение было составлено на английском языке. Я внимательно посмотрел статистику посещаемости сайта посольства США в России. На него заходит в день примерно 8 тысяч человек, из них 30% — это американцы, которые живут в США, с территории США эти заходы выполняются. Вот все остальное, 70% — это посещение из стран всех остальных всего мира. России там нет даже в топе по посещаемости. И при этом вот это заявление опубликовали вы в своем Фейсбуке, опубликовал российский МИД в своем Фейсбуке. Там только у вас лайков на 3100 лайков. И в связи с этим вопрос. Почему МИД или вы, Мария Владимировна, считаете, что российские граждане читают новости на сайте посольства США, а не, например, из вашего Фейсбука, и не считаете ли вы, что если бы вы об этом не написали, это заявление просто никто бы вообще не заметил? А вы сейчас серьезно говорите, приводя статистику лайков под моим постом, что лайкали сообщение посольства Соединенных Штатов Америки, а не мои комментарии? Вы же видели, наверное, что там... Лайков именно под вашим постом, я имею в виду. Да, поэтому это лайки, которые относятся, или оценка, которая относится к содержанию моего поста, к тому комментарию, который я дала, а отнюдь не к материалу посольства Соединенных Штатов Америки. Это во-первых. Во-вторых, когда вы говорите о статистике просмотров, я думаю, что вряд ли вы подходили с технологической базой, вы, наверное, просто посмотрели на общедоступную информацию. Я вас уверяю, что если вы хотите провести глубинный анализ, то вам потребуется все-таки изучение вопроса не только, так сказать, открытых данных, но в том числе и помощь соответствующих IT-специалистов, чтобы понять, непосредственно из какой страны осуществлялся заход. Вы прекрасно знаете, что современные возможности позволяют осуществлять заход таким образом, что он будет показывать, что вы осуществляете заход не из той страны, в которой вы находитесь. Вы же знаете об этом? То есть вы считаете, что Россия... Нет, вы знаете, безусловно. Вы знаете об этом, да. Я говорю о том, что когда вы ссылаетесь на данные статистики, вы должны все-таки подчеркивать, что это те данные, которые находятся в открытом доступе, но зная о том, что есть такие возможности, для серьезного анализа стоило бы посмотреть еще и на это. Больше я ничего не сказал в данном случае. Просто говорю о том, что если вы серьезно углубляетесь в эту тему. Следующий момент относительно того, что вы посмотрели статистику посещения посольства Соединенных Штатов Америки, я имею в виду веб-сайта, да, его. Между прочим, эта новость, в общем-то, разошлась посредством массовой информации. Именно оттуда я ее узнала. Я не мониторю лично страницу посольства Соединенных Штатов Америки. Я не подписана на их аккаунты. Я слежу за новостными лентами. Я смотрю, что эта информация была опубликована в СМИ, в благосфере и разошлась по социальным сетям. Вы смотрели там статистику? Если нет, то посмотрите. Очень будет интересно. И еще такой момент. Вот вы говорите о том, что чуть ли мы не популяризировали эту историю. Еще раз говорю, что это не так, как мы ее взяли из средств массовой информации. Мало того, нас еще просили прокомментировать средства массовой информации эти данные. Но говорить о том, что привлечение внимания к проблеме является усугублением проблемы, это то же самое, что говорить о том, что не опасно ли приезжать пожарной машине на место пожара, ведь она заправлена топливом. Вот, понимаете, есть проблема. Может быть, возможно, это была одна из идей наших американских коллег, как бы закамуфлировать это таким образом, чтобы потом нас же обвинить в популяризации, как вы сейчас пытались это сделать. Надеюсь, не пытались обвинить, но, по крайней мере, пытались так сформулировать вопрос. Конечно, нет. Мы видим проблему, мы о ней говорим. Говорим, кстати говоря, открыто, привлекаем к ней внимание, имеем полное на это право. Поэтому мы прекрасно понимаем, что есть забота о гражданах. Вы сами знаете о том, что мы привлекаем внимание граждан, предупреждая о чрезвычайных происшествиях, о, к сожалению, террористических атаках, о
Ну, масса всего в мире происходит, что требует внимания. У нас есть зарубежный помощник, да, приложение, в котором публикуется информация различного характера, в том числе о протестных различных акциях во всем мире, да, но это отнюдь не то, что делает посольство Соединенных Штатов Америки. Но есть еще более глубинная проблема, и к ней мы привлекли внимание американских дипломатов, направив им соответствующую ноту протеста, не направив, а вручив. Это деятельность их интернет-монополий, которые распространяют фейки, делают это, как мы теперь понимаем, хотя модерируют это информационное интернет-пространство по своему усмотрению, но почему-то фейки не удаляют, даже которые были официально дезавуированы. Это глобальная проблема. Я хотела бы вам напомнить, что именно американская сторона все время ссылается на соцсети, все время говорит о том, что соцсети наводнены фейками, так сказать, ботами, хакерами и так далее, и так далее. Вот сейчас мы видим, как американские интернет-площадки, это и социальные сети, это и видеохостинги, сами в этом принимают активнейшее участие. С одной стороны, они имеют, они сами себя, так сказать, наделили полномочием модераторства. Мы видели, как блокируют совершенно без какого-либо решения судебных органов, без опоры на законы, даже американские, я уже про какие-то международные их обязательства не говорю, без решения профессиональных структур, объединений журналистских или еще каких-либо, блокируются аккаунты, начиная от президента Соединенных Штатов Америки, заканчивая любыми общественными деятелями, журналистами, которые с точки зрения руководства социальных сетей, раньше это были админы, можно было на них все списывать, теперь-то мы понимаем, что даже руководство американских интернет-гигантов тоже задействовано вот в таком цензурировании своего собственного пространства. То есть, с одной стороны, они имеют все полномочия, то есть они наделили себя правом модерации по политическим моментам, ссылаясь на фейки и на угрозу безопасности. Хотя во многих случаях никакой угрозы безопасности в материалах, которые, ну, например, распространял телеканал «Царьград», там даже близко нету. А с другой стороны, явные фейки, явные призывы к участию в незаконных протестных акциях, они не удаляют. Вот это глобальная проблема, при том, что они, так сказать, имеют именно общемировой охват и находятся в зоне действия юрисдикции Российской Федерации или других суверенных стран. Вот эта вот проблема сейчас стала в полный рост. Я хотела бы привлечь, спасибо вам за ваш вопрос, ваше внимание еще раз к заявлению Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, которое было вчера опубликовано, к заявлению Министерства иностранных дел в поддержку, так сказать, выступления наших сенаторов. И также хотела бы сказать, что эти заявления, в первую очередь заявление Совета Федерации, будет доведено до парламентов, до законодательных органов, законодательной власти всех стран, абсолютно всех стран. Это будет сделано по дипломатическим каналам. И также будет это заявление распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Спасибо. Ну и еще раз подчеркну, нота протеста была вручена нашим американским, аккредитованным в Москве американским дипломатам. Но тема долгоиграющая, потому что, хотя в журналистском сообществе, в экспертном сообществе, люди, которые занимаются проблематикой IT-технологий и стыковыми вопросами, как бы пограничными вопросами информации и новых технологий, международной информационной безопасности и свободы слова, об этой теме и об этой проблеме говорили и писали давно, сейчас она стала просто в полный рост, она стала очевидной. Каким образом будет дальше осуществляться деятельность американских компаний, интернет-компаний, которые, во-первых, являются монополистами, во-вторых, так или иначе имеют историю взаимодействия с соответствующими службами на территории Соединенных Штатов Америки и стран Евросоюза. Мы все видели вызовы на ковер руководства этих компаний, видели
так сказать, и санкции, которые в отношении них применялись. То есть уже модерация в отношении руководства и самих компаний тоже со стороны государств Запада велась многие годы. С другой стороны, абсолютное несоблюдение внутреннего законодательства других суверенных стран. Это проблема, которая сейчас должна будет решаться каким-то образом.